И всем привет, с вами Газер8, и сегодня я буду снимать гайд по созданию модов. Это у нас нулевая часть, потому что, чтобы нам делать моды, сначала надо все скачать, подготовить и другое. Так, запись идет. Первое, что нам скачать, это IntelliJ ID Ultimate. Это, короче, IDEшка для писания кода. Выбираем Windows, и не Ultimate, а Community. Давайте скачать, и там скачивайте. Но что я скажу, чтобы работать с разработкой методов, нужен Java Home, чтобы jar файлик успешно сделать как мод. И когда вы будете устанавливать IntelliJ ID, то там будет предлагаться еще Java Home автоматически установить. Нажимайте автоматически установить этот Java Home, и все будет хорошо. А там самое последнее не надо. Только вот три верхних надо сделать, а последнее четвертое не делать. Там, когда будете устанавливать, все сами увидите. Вот эту версию, вот эту. Когда вы скачали IntelliJ ID, скачиваем. Да, ну вообще, лучше сначала скачать Java. Точнее, не Java, а JDK. Лучше сначала JDK скачайте. Выбираем Windows. Архитектуру 64, GDK, и я буду на 17-й версии делать, поэтому скачиваем 17-ю версию, и вроде я скачивал MCA, поэтому скачивайте MCA. Я не знаю, почему именно MCA, но вроде надо MCA. Чтобы все было хорошо и не рассинхронизировалось, лучше тоже MCA скачайте. Если скачали, то уже скачиваем форжик, файлик. И тут выбирать версию. Я буду писать на 1.21. Поэтому я сразу 1.21. MDK. Download Recommend MDK. И скачиваем. Мне это надо. Это такой файлик, который нам тоже поможет делать моды. Точнее, не поможет, а это будет сам файл мода. Тут ждем секунду, скипаем, и у нас загружается. Сейчас я вам покажу, где это все брать. Чтобы скачать вот это IDK, короче, не IDK, а вот эту. Ну как там? Ой, что я пишу? Погодите. Вот, IntelliJ ID Community. Короче, пишется. Ну, короче, вот IntelliJ ID, и вот он. Открывается тут. И тут, download сюда. Да, вот. Я через ссылку открыл, поэтому не знаю. Так, дальше, вот этот форж, просто вбивайте Minecraft. Форж. Minecraft Forge. Так. Мы можем сразу версию, но можем просто Microforce. И вот этот сайтик, тут мы можем выбрать 1.21 и скачать. А GDK, пишем GDK. И выбираем. Так, не это. Сейчас посмотрю, какая ссылочка. Вот этот сайт, и надо просто тут все получается adopt-um. Ну, все ссылки я оставлю в описании, поэтому все ссылочки будут. Вот, да. Тут выбираем. То есть все ссылочки я оставлю. Если, конечно, не забуду, если я хороший. Когда вы все это скачали, это все делаем. Для начала я возьму нашу папочку, которая вот форжик наш. Я ее перемещу в папочку, где она у меня будет. Так, и здесь я крошу папочку вот эту нашу. Перемещу так. Ой, на диск F. Mods. У меня все моды. И я тут создам папочку. Lessing.
И тогда перекину наш архивчик. Почему он, кстати, отсюда не удалился? Давайте его удалим. И вот это все удалим, давайте. Вот, наша папочка. Теперь мы... Так. Извлечь текущую папку нажимаем. И с помощью Ctrl выделяем вот эти Redmi, License, Credit, Synlog, ну и архив. Мы это все удаляем. Все, отлично. Теперь переходим в Vintage ID. Мы его открываем. Надо подождать. Вот он у нас открылся. Видите, тут мой немножко. Так, у вас, короче, сначала будет вот такое окошко. Открыть. Ну, у тебя ничего не будет. Open, New Project, вот это. Нажимаем Open. И идем в нашу директорию. Так, все закроем. У меня это диск F. Mods. Если, кстати, есть такая полочка, то это отлично. И прям Lessing. Если есть полочка, то он это как проект обозначает. Проект. И теперь... Это может долго занять время, надо подождать, пока вот этот импорт весь все прогрузится. Ну, я включу запись, когда она прогрузится, поэтому ждем. Так, я здесь. Из того, что я много раз с помощью IntelliJ ID открывал, у меня импорт быстро сделался. И, кстати, у вас еще там кнопочка «Доверить производителю», вы ее должны будете нажать. И все. Ну, давайте еще кое-что подправим. Давайте сразу откроем Build Grade, Gradle Properties и Settings Gradle. Так, сейчас, подождите. Так, я здесь. Setting Gradle, так, нам не нужно. Gradle Properties, давайте посмотрим. Так, здесь не надо, не надо, не надо. Вот, моды ID. У меня это будет Кейсер. Мод. Кейсер мод. Мод name. Тут название мода. Кстати, запомните, мод ID, он понадобится. Так, мод name у нас будет, допустим, Lessing мод. Лицензия это. Так, мод version я просто 1.0 ставлю. Мод групп это вот это вот путь. Кстати, изначально у вас будет... У вас будет вот так вот. Чтобы такого не было, нажимаем сюда троеточие, appearance, и тут все здесь вырубаем. Так, конфиг удаляем сразу. Так, удаляем. И тут сразу все. Так, давайте. Так. От отсюда все грохаем, весь класс, абсолютно. И все импорты тоже грохаем. Потому что мы это все будем сами писать. Чтобы просто сейчас было... У нас не получался он как Java файлик. Ну, хотя, чё? А мы это полностью удалим. Сами создадим. Так. Ну, я это не хочу прямого. Мне, в принципе, это пофиг на этот... Example мод. Так, авторы. Мод авторс кейсер 228 и дескрипция, то есть описание Lessing и build gradle. Тут тоже что-то может быть. Я просто сразу все открыл, там тоже связано с настройками, чтобы, если что я заметил, я подправил. Ну, мы подправили. Так, и тут ничего не надо исправлять. Все, мы полностью все настроили. В следующем ролике мы будем уже писать сам код. Мы, в принципе, все настроили. Поэтому, и, кстати, запомните обязательно. Так. Где там у нас было Settings Gradle, нет? Gradle Properties. Да, запомните мод ID. Кейсер мод у меня. Ладно, всем спасибо за просмотр. С вами был Кейсер 8. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока!